Галерея памяти выдающихся ученых Южноуральского государственного университета пополнилась новой скульптурой. В ВУЗе состоялось торжественное открытие бюста профессора Давида Гохфельда. Мероприятие начал ректор университета Александр Шестаков. Вот это то, что сегодня мы называем инновационным подходом, глубокая теоретическая составляющая исследования и, соответственно, очень эффективное использование этих результатов, фундаментальных результатов промышленности, это вот то, что отличало Давида Тарасовича Гохфельда. И это один из тех людей, которые создали потенциал нашего университета и его славу. Давид Гохфельд – создатель кафедры сопротивления материалов ЮРГУ и основатель научной школы прочнистов. В его биографии более 140 научных работ, 6 изобретений и книги. Почти 2 десятка печатных трудов вышли за рубежом. Студент, у которого нет прошлого, не имеет будущего, как и любой человек. Если он знает, что за ним стоит вот такие люди, которые не только преподавали, но и двигали науку. В 2019 году исполнилось 100 лет со дня рождения профессора. В его честь на кафедре была установлена мемориальная доска. А теперь принято решение почтить память Давида Гохфельда бюстом. Очень тщательное и требовательное отношение к себе, к своим коллегам, к своей научной работе, оно в итоге привело к тому, что работы нашей кафедры, они стали известны не только в университете, в области, в Советском Союзе, но и в мире тоже. И поэтому очень важно отметить это установкой бюста. Теперь в галерее ЮРГУ 10 бюстов. Ректор университета рассказал, что в ближайшее время планируется установка еще нескольких скульптур в честь выдающихся профессоров университета.